Всем привет! Всем привет! Мой пенсионный фонд приехал ко мне на работу. У них были соревнования. Кто какие места занял? Хвастайтесь. У меня второе место. У Василисы серебро. У Снежи с Егором золото. Мы пополняем наши золотые запасы. Да. Мама, ты говорила, что я боялась, что я не победю. Не победил? Я держу победу. Ну, в общем, я все получилось не выиграю у тебя, да? Веронику Филину. Оказывается, я ее выиграла. Ну, Вася, она недавно занимается. Надо было стараться. Вот только плохо, что их со Снежей поставили, да, Снеж? Потому что надо было все-таки с другими девочками ставить. Девочек мало. Егор, ты с кем боролся? Помнишь, как мальчика зовут? Егор? Тимур. Нет, я с ним не боролся. А с кем ты боролся? Леха. Нет. Ну ты хоть на меня посмотри. Красивый. Я не знаю. Не знаешь, не помнишь? Он не знает, с кем, как да? зовут мальчика. Ну хорошо. Ну, если первое место, это значит, в каждом поединке одержал победу, да, Егор? Так? Я хотел, чтобы у Жанны было третье место. Почему? Ты не рад за то, что Жанна первое место получила? Почему ты за Жанну не радуешься? Один, два, три. И что? А. Ну, маме, ты знаешь, как приятно. Два первых, одно второе. Васюша в прошлый раз третий, в этот раз второе. Молодец. В следующий раз будем за первое бороться. Будем? Будем. Да будет у меня первое, второе, третье. А у меня да. Один, два, три. Как раз. Один, два, три. Ладно, медалисты мои. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Думаю, что они меня кричат, шумят, ругаются. Миша уже прям весь кипит, шипит и пузырится. В общем, у них в школе мелкие проговорились, что у них были соревнования, и они там заняли первое, второе место. И учительница сказала, так принесите, покажите медали-то. Ну, я, конечно, не буду им разрешать все приносить. Только за вчерашние соревнования, слышите? Зачем все-то им тащить такую-то тягу? Какую? У Егора вон тут их сколько. А сколько, кстати, у него медалей? На доску почета повесить его. На доску почета. Не надо его никуда вешать. Он нам же нужен. На доску почета. Он при... как чебурашку. Чебурашку. Снежка, загораживаешь нам? Вы посчитали, сколько у Егорки медалей? Нет. Мне просто интересно. Нет, нету. Первое место. Третье место, первое место, первое место, первое место. Ну, третье, это у него самая первая медалька была. Да. Когда он... самый первый бой у него был. И то потому, что поставили с мальчиком, который весил в 3 раза больше его. Да, да. Так, это там не было, там была такая путаница. Держи. Его поставили с мальчиком лет 10, наверное. А он у нас такой маленький, мелкий. Так, ладно, разбирайтесь. Вот они. Наш пенсионный фонд. Золотой запас. Егор, сядь у кафе.